Все это киокусинкай, один из самых жестких разновидностей карате. Кубок черноземья среди юношей и юниоров собрал почти 150 спортсменов из 11 регионов страны. В общей сложности в контактных поединках было разыграно 20 комплектов наград. Мы уже на протяжении нескольких лет проводили межрегиональные соревнования, кубок черноземья. И в прошлом году этот турнир приобрел статус всероссийских соревнований. По уровню бойцов, очень хороший плотный состав. «Орел» представляли спортсмены городского спортивно-оздоровительного центра «Дюш Шалимп» и «Дюш номер один». Поединки были настолько упорными, что зачастую отведенных 2 минут не хватало для того, чтобы определить победителя. Приходилось брать дополнительное время, либо взвешивать спортсменов. Уже побеждавшему на подобных соревнованиях Никите Шамрину на этот раз удалось взять лишь серебро. Соперник был довольно-таки сильный, из Подольска вот приехал, почти вот пробил живот ему. Сильные и хлесткие удары в киокусинкай нередко приводили к нокаутам. Воспитанник клуба «Чемпион» Михаил Юдин почти без проблем взял золото, а первый поединок и вовсе получился самым скоротечным. Я вот вышел подраться, через 5 секунд бой закончился, я пробил ногу. В итоге спортсмены Орловской области стали первыми в общекомандном зачете, опередив Москву и Курск. Андрей Жиляев и Андрей Борискин для программы «Оперативный эфир».